would, Brad. Привет, брат. Помнишь, из-за кого мои родители погибли? Твои родители мне тоже не посторонние люди были, Робджан. Такое не забывается. Его выпустили. Он сегодня возвращается на Минакан. Я его встречу. Хочу посмотреть ему в глаза. Ты даже в лицо его не знаешь. Я знаю его адрес. Умойся. Здравствуй, Лилит. Здравствуйте, товарищ Акопян. Товарищ Акопян, я на работе. Зачем ты так, Лилит? Я ведь говорил, что для тебя я просто армия. Иди домой, там тебе подарок ждет. Поехали. Пропал начальник. С такой девушкой я тоже пропал бы. Сурен! Зачем ты его впустил? Сестра, он же готов ради тебя на все. Посмотри, какой дорогой стол. Для начальника кладбища, думаю, он бесплатный. Хочешь, чтобы я обедала за могильной плитой? Я просто хочу, чтобы ты была с ним немножко повежливее. Он тебя любит. А я его нет. Он работает на кладбище.
а я жить хочу. И что ты меня всю замуж выдаешь? Дай мне спокойно институт закончить. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Тогда убери отсюда это надгробие на ножках. Его теперь только подъемным краном. Кому в глаза смотреть собирался? Сколько он лет отсидел? 8? Ты ему в глаза посмотришь, он тебе голову оторвет. Удачи тебе, Робджан. Красивые часы. Кобра видел? Стрижка, как у Сильвестра Сталлоне, хочу. Надо совместно искать путь к верховенству общечеловеческой идеи, к сохранению жизнеспособности цивилизации, возможно, единственной во Вселенной. Сегодня я могу сообщить вам следующее. Советский Союз принял решение о сокращении своих вооруженных... Третья мышь за утро. В ближайшие 2 года... Кота завести или мышеловку поставить. Человек... Ты что, опять всякой ерунды накупила? Ну, ты опять ворчишь? Конец света наступил, что ли? Куда нам столько мяса? Дома пусто. Гаяне звонила. Они с Варушем зайдут. Чтобы этот босяк не смел переступать порог моего дома. Ерем, она твоя единственная дочь. Вот именно. А он ее обрюхатил до свадьбы. Позор! Вспомни, я за тобой 3 года ухаживал. Когда это было? Времена теперь другие. Времена всегда одинаковые. Ерин, может, ты неправильно ухаживал? Гаяне! Ты еще ковер постели! Здравствуй! Здравствуй, Гаюшик! Здравствуй, дорогая! Здравствуй! Доброе утро, Варюша! Здравствуйте! Я сказал, чтобы они не переступали порог моего дома. Не надо, Ерем, не надо. Вон! Пошли, Гаяне. Отец когда-нибудь поймет и простит. Он же не знает, как я тебя. Тебе нужно думать о ребенке. Если ты волнуешься, это не идет на пользу. Договорились? А, Арсен, привет. Держи. Спасибо. Не потеряй. Привет. Доброе утро. Иди уже, доктор ждет. Бери, дочка. За 3 рубля, килограмм. А какой у вас получше кусок будет? Для вас все хорошие. Этот хочешь? Мама, ты всю жизнь в Армении жила. У нас выбирать не научилась. Этот. Хороший у вас. Давайте этот. Самостоятельный. А что, не в школе? У нас праздник. Папа приезжает. Уважаемые пассажиры, наш самолет готовится совершить посадку. Пожалуйста.
Поднимите шторки иллюминаторов и пристегните ваши ремни безопасности. А также приподнимите спинки ваших кресел. Да, благодарю вас. Пристегнулись? Замечательно. А, простите, пожалуйста, можно стаканчик? Благодарю. Красота. Вы впервые в Армении? У меня тут вся жизнь. Жена и двое детей ждут. Давайте! Все! Давай!
Нет. Нет, твой муж. Что сейчас? Мама, тебе больно? Иди ко мне. Иди ко мама, мне. У тебя кровь. Это царапина. Ваня. Позови. Найди Катю. Приведи ее сюда, слышишь? Угу. Беги. Давай. Беги. Беги, беги. Все хорошо. Помоги!
понимаешь? Нужна помощь. Пойдем. Там отец, плита. Он жив, просто плитой его. Помоги, вот это надо поднять, понимаешь? Пап, я помощь привел. Сейчас. Давай. Тяни. Отец, потерпи еще немножко. Давайте я. Отец, потерпи еще немножко. Сейчас. Тяжелый, как живой, да? Давай, давай еще. Точно как живой. Я помню, в школе на утреннике я так со сцены микрофон уронил вместе со стойкой. Весь зал так смеялся, а моя тетя Нарине меня хотела в Москву в цирковую отправить. Папа не разрешил. Сказал: Миша Джан, сынок, мужчине нужна мужская работа. Эх, папа Джан, вот теперь вожусь, что попало. Ты совсем дурак. Не видишь, что вокруг творится. А что творится? Вчера день рождения было.
Гости собрались, барашка зарезали. А утром хаш, который всю ночь томился на костре, только сели по рюмочке для аппетита. И тут бабах, и у меня опять день рождения. Смерть вокруг. Какие к черту гости? Какие гости? Мои гости. Мои. Здесь. У меня в кузове лежат. И не тебе решать, когда мне шутить, когда нет. Руки убери, рубашку помнешь. Нам еще работать целый день. Пойдем. Пойдем. Туда. Здесь. Больницу знаешь где? Не забудешь. Сурен. Сурен. Я здесь. Я сейчас, подождите. Я вернусь и приведу помощь. Помощь нужна! Где помощь нужна? Мне людей отвезти надо! Да, стоит! Уйди с дороги! Уйди, я сказал! Уйди! Что тут у вас? Там девушка живая, он помочь не хочет. У меня полный кузов раненых! Им срочно в больницу нужно! Значит так. Сначала едем в больницу, разгружаемся, а потом сюда возвращаемся. Разбираем завал. Твой газон будет нужен. Мой газон всем нужен. А ты что это вдруг начальником стал? Ты знаешь, что делать? А ты? Тогда делаем, как я говорю. Поехали. Эй, куда? В машине я решаю, как делать. Не видишь, здесь хаш. Давайте в кузов. Там девушка и помощь нужна. Им всем нужна помощь. Thank you.
Брат, брат, сигарета есть? Ты откуда? Из Аштараками. По радио услышали, с братом хлеба нагрузили и поехали. А ты? Я из Еревана. У тебя там родственники, да? Нет. Сидеть на холодных камнях.
Холодает, надо дровами запастись на ночь. Займитесь, я там видел бочку, подкачу ее. Вы обещали девушке помочь. Там с правой стороны лопатка саперная лежит. Да, я ветки порубаю хоть. Подождет твоя лопатка. Крепи конец. Крепи конец. Сурен, это ты? Я не Сурен. А где Сурен? Как тебя зовут? Лилит. А кто ты? Я постараюсь тебе помочь, Лилит. Давай в кабину. Дернешь за плиту, а я послежу, чтобы не соскочила. Вот счастье привалило на мою голову. Теперь два начальника. Глуши мотор. Глуши. Там девушка под завалами. Вы же обещали, что мы ее вытащим. Я сказал, сначала разгружаем раненых, потом разбираем завал. Скоро стемнеет, без электричества мы ничего не сможем сделать, а просто замерзнем. Так что давай за дровами. Вот девушку вытащим, а потом будем греться. Минутное же ты дело. Просто угробишь ее так. Смотри сюда. Вот примерно под такой конструкцией она находится. За какую плиту не потяни две другие, ее просто накроет. Без двух кранов мы не сможем ее вытащить. Пока кран будем ждать, она ж замерзнет. Убивать ее не буду и тебе не дам, понял? Будем сидеть и камешки складывать. Ты слушай его, Роберт. Он дело говорит. Товарищ старший лейтенант. Товарищ вечный лейтенант. Значит, это я тебе помощников привел. Пойдем же со мной. Как ваша мама? Нашли? Жива-здорова. Мать жива. Отец жив. Сестры живы. Я живой. Чудо какое-то. Что, умерли? Он не умер. А ты тоже умрешь? Ну что ты? Пока ты меня любишь, я не умру. Я буду жить всегда вот здесь. Мамочка, я буду тебя очень и очень любить, только не убегай. Thank you.
поможет тебе согреться. Спасибо. Я тебя вытащу. Я там у вас отметиться обязан. Отметишься. Ты вокруг посмотри. Да и отмечаться негде. Вот построишь участок и отметишься. Архитектор Джан. Какой там архитектор? Я в последнее время, кроме сортиров и сараев, на зоне ничего не строил. Своих нашел. Знаешь, как они тебя ждали? Каждый день считали до твоего возвращения. Я тоже считал. Я к ним 8 лет возвращался. Я теперь этот завал по кирпичу разберу, но найду их. Ладно, пойду я. Мама! Кушать подано? У меня вчера день рождения был. Держи. Каш сварили, а поесть не получилось. Дожили. Хаш ночью едим. А ты чего, дружище? Давай, давай, ну! Не хочу, не лезть. У меня брат погиб. Он в это время дома находился. Испугался. Выбежал. Прибежал через дорогу. Другой дом. Дом разрушен. Главное, наш стоит. А тот разрушен. Полгорода рухнуло. Разве так и нет? Сень, вот. Хорошо. Ты что, дурак? Куда ты собрался с этой бандурой? Ты что, шутишь? Да кто заметит, ночь ведь? А вещь дорогая, импортная, Эдик за нее знаешь, сколько даст? Брать только деньги и золото. Понял? Пошли. Я сказал, пошли. Там кто-то стонет. Бог с ним. Давай быстрее, опять трясет. Все. Спирт заканчивается. Попробуйте достать водки. Там грузины приехали. Какие грузины? Врачи из Грузии помогать нам приехали. Да, они привезли медикаменты и все, что нужно. Хорошо. Поспите немножко. Thank you.
Доктор! Доктор! Воды отошли. Иду. Нашла время. Хотя я тоже Новый год родился, никого не спрашивал. У них девочки получаются. Все, у меня перекур. Моя дочь на такую умерла. Но это точно не ее. Тут следы на мышцах. Такое обычно мальчишки делают. Thank you.
Малыш, хочешь добавки? Не для мамы. Мальчик за мамой ухаживает. Давай помогу. Скажи мне, Роберт, а где Сурен? Я не знаю. А Сурен? Он твой муж? Старший брат. Мама умерла при родах. А папа, когда мне было 14, Сурен всегда обо мне заботился. Мы с тобой похожи. У меня тоже не было детства. Родители погибли в аварии, когда мне было 12 лет. И брат обо мне заботился. Правда, не родной, троюродный. Прошу тебя, поговори со мной еще. Давай помогу. Нет, я сам. Какой самостоятельный. А мама далеко? Уже пришли. Мамочка, вот, покушай. Мама, мамочка, мама, что случилось? Тише. Мама! Мама, стой, мамочка! Тише. Не пути. Мама, пустите меня! Мама, мамочка, пусти меня! Вы, Ерем? Был такой. Ты иди туда, погрейся. Я так рада за вас, дядя Ера. С ума сошла женщина. Чему это ты так рада? Ваша дочь жива. Еще у вас внук родился. С внуком вас. Чего орешь? Поспешите, дядя Ера. Они ждут вас у больницы. Ты меня не учи. А у внука родители есть. Или его... непутевый папаша уже сбежал. Что вы такое говорите? Я знал, что этим кончится. Не повезло внуку. Отец прохвост, мать вертихвостка. У вас прекрасная дочь, а муж у нее герой. Он спас моего мальчика, моего Арсена. Сам погиб, а его спас. Сошла. Спасибо вам. Арсен, пойдем, дорогой. Дело было хорошее. Арсен, у нас внук родился. Роберт. Здравствуй, дорогой. Вот, это тебе отец прислал. Бутерброды. На здоровье. Откуда такая роскошь? Ешь. Спасибо. Сеник? Сеник! Как родители? В порядке. Ты как? Слушай, ты же что угодно достать можешь. Мне нужен подъемный кран, поможешь? Конечно, братишка. Пойдем с нами. Что хочешь, у тебя будет.
нет денег. Нам не по дороге. Прощай. Сдаст он нас денег? Не сдаст. Это же Роберт, брат мой. Какой нафиг брат? Троерный. Когда родители Роберта погибли, мой отец его к нам в дом взял. Не сдаст. Дядя кто, дрессировщик? Дядя-спасатель Ваня. Они жили вместе, приехали из Франции. Ищут людей, которых завалили. А ты тоже спасатель? Я переводчик. Мерси, Диди. Cet enfant est-il de la famille? Il était dans la rue avec sa mère. La mère est décédée. Il le sait? Non. Tête Marie. Где мама? Ваня, пойдем на других собачек посмотрим. Нам Дидье покажет. А маме покажет? Обязательно. Только попозже. Раз, два, три! Еще, еще, еще! Мама! Еще, еще! Мама! Осторожно! Давай, подстраховывай, там, подстраховывай! Давай. Еще раз! Давай! Все, хватит! Там еще люди. Живые? Сейчас посмотрим. Ну что там? А? Я всю жизнь думал, что я несчастный. Давай, давай! А сейчас, так думаю... Повезло мне. Я один и хоронить не надо. Здесь еще люди. Доченька моя. Катенька. Доченька моя. Thank you.
Моя семья. Жена, двое детей. Дочка и сынова. Я думал, что смогу. Не смогу я достать его. Мертвым. Жив твой сын. Жив. И жена жива. Их наверняка не было дома, иначе мы бы их уже нашли. Надо верить. Верить и искать. Нельзя отчаиваться. Ты прав. Надо искать. Надо искать. Виноват перед тобой, Варуща. Ты меня прости. Я вернусь. Обещаю, я сам завал разберу. Сам тебя выкопаю. Чтоб было, что хоронить. Чтоб было, куда сыну прийти. Я все понял, Господи. Но зачем? Зачем ты так больно объясняешь? За что? Ты прости меня, дочь.
если бы встретила человека, который виноват в смерти твоих родителей. В смерти папы мне некого винить. А в смерти мамы я могу обвинить только себя. Бывает так. Ты ищешь виноватого, а никто не виноват. Если я все еще жива, я не хочу умирать медленно. Роберт, помоги мне. Я помогу тебе, Лилит. Помоги мне умереть. Не говори глупостей. Ты будешь жить. Просто дай мне уйти. Я не дам тебе уйти. Я хочу увидеть тебя живой. Я тоже хочу видеть тебя, Роберт. Но тебя нет, и только голос. Это мой голос, Лилит. Я сделаю все, чтобы ты жила. Тебя нет. Он есть. Ты жива, девочка. Только надо потерпеть немного. Мы не бросим тебя, слышишь? Я обещаю. Спасибо. Опа! Ювелирный. Ты чего орешь? Здесь мусор шарится. Никого нет, сейчас самое время. Я сказал Патту. Старший лейтенант! А я вас узнал. Я все видел. Там вон, он камнем в окно кинул и сразу... Разберемся! Я все видел. А ну на пол! Руки за голову! Ты чего, дружище? Ложись! Лечь! Лечь всем! Лечь, я сказал! Ты что сделал? Теперь из города валить надо. Машину возьмем и свалим. Везде картон. Без проверки из города не выпустят. Смотря на какой машине. Аварийку твоего братца отожмем. Теперь будет, как я скажу, ясно? Кто не согласен, могу за ментом отправить. Как родного ждали.
Откуда ты? С-под Ростова. По радио про вас услыхал. Вот и приехал. Из Ростова? А что? Шел ходка. Мужики по дороге соляру бесплатно наливали. Когда узнавали, что людей спасать едут. Ну к чем, болтать будем или людей спасать? Да, давай за мной. Дорогу покажу. Девушка. Твоя задача закрепиться и по моему сигналу сдернуть верхнюю плиту. Одним краном обойдемся? Плюс грузовик. Если повезет, мы тросом придержим другую плиту. А если не повезет? Ну, если не повезет, она погибнет. Так надо искать второй кран. У нас нет времени. Ночи холодные. Так людей спасать будем, нет? Есть, конечно, вероятность, что все рухнет. Но я боюсь, у нас другого шанса не будет. Так что начнем. Il y a une inscription derrière, j'arrive pas à le lire. C'est une adresse. Un certain Constantin Bérégenouille les cherche. Merci Didier. Я буду рядом. Увидишь свет, ползи, только очень быстро. Брать ногу с педали. А с дыркой в голове сможешь? Нет! Сеник, скажи ему. Просто отдай машину, и мы уедем. Там девушка под плитой. Если сейчас... Если... Она погибнет. Хватит. Здесь решает не Сеник. Отойди от машины! И чё? Выстрелишь, да? Достал? Стреляй. В порядке? Нормально. Миша, давай. Давай, давай. Поднимай. Давай.
Ты что так пялишься? Неприлично. Я не пялюсь. Я любуюсь. Роб. Хорошо, что рискнули. Чаю не желаете? Эту ночь холодная будет. Простите, я ищу Константина Бережного. Вы не знаете, где он может быть? Я не знала, что бывает настолько страшно. Я думала, что только на войне бывает так. Теперь все позади. Нет, Роберт. Теперь с этим ужасом внутри придется жить всегда. Роберт! Давай небережно, да? А вы кто? Родственник. Хотела сказать вам спасибо за подарок. Ваш стол спас мне жизнь. Так танцевал на нашей свадьбе, помнишь?
как жить-то будем? Хорошо. Кругом беда. Беда в одиночестве, а мы хорошо живем. Со всего света люди приехали нам помогать. 3000 лет жили как-то и еще поживем. Да. Thank you.
երբ կշվում է հանկարծ ընտերքը, արթնանում է նորից տարերքը, հողին է հանցնում կյանքի շենքը, Վարգյանները տարանին